Объединить все нации при помощи государственного языка предложили участники конференции «Президент», «Государственный язык» и «Этнокультурные объединения». Сейчас для изучения казахского языка созданы все необходимые условия. Разработана специальная программа «Тельдарын». К слову, руководители всех диаспор уже прошли курс обучения. Теперь такая задача стоит и перед остальными. Раз мы говорим, что принцип единства многообразия, вот чтобы объединить вот это наше многообразие этнических групп, в Казахстане их проживает более 100, есть такой стержневой момент, это государственный язык. И вот мы рассматриваем государственный язык как мощный консолидирующий фактор казахстанского народа.